Москва-Петербург замерли в ожидании Big Love Show. Северная столица будет первой принимать поздравления от звезд в Ледовом дворце 13 февраля, а днем позже феерический праздник повторится и для москвичей. Торопись сделать этот день Святого Валентина незабываемым, ведь он пройдет в компании твоих любимых артистов и легендарной группы Тату, которая после длительного отсутствия только на Big Love Show в Москве представит свою новую песню. Список участников грандиозного концерта Love Radio ищи на нашем сайте. Там же фотоотчет вчерашней пижамной вечеринки.